И вот только что закончился второй спаренный матч между Енисеем и новосибирской командой «Сибсельмаш». Несмотря на мороз, на трибунах собрались сотни болельщиков. Наши хоккеисты завладели преимуществом с первых минут, которое довольно скоро реализовалось в голы. На 7-й минуте матча после розыгрыша углового счет открыл Дмитрий Макаров. Наша команда развела свое преимущество и забила еще несколько голов. В итоге все закончилось со счетом 7-3 в пользу «Енисея». Напомню, это уже вторая встреча с новосибирской командой на домашнем льду. Накануне наши спортсмены разгромили «Сибсельмаш» со счетом 12-3. Смотрим повтор. Было добивание. Дмитрий Макаров. И мяч. Вот с этого ракурса нам очень хорошо должно быть видно.